24 марта 1945 года. 24 марта на Данцигском направлении войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление, овладели городом Прауст и заняли 12 населенных пунктов. Войска 1-го Украинского фронта овладели городами Нейси и Леопшуц, сильными опорными пунктами обороны немцев, а также заняли 5 крупных населенных пунктов. Юго-западнее Будапешта войска 3-го Украинского фронта разгромили танковую группу немцев и продвинулись вперед на 70 километров на фронте. За 24 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 147 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 63 самолета противника.